И сейчас еще кадры из Крыма. Владимир Путин пообщался с известным американским боксером Роем Джонсом-младшим, который приехал в Россию, в Севастополь. Спортсмену 46 лет. Он серебряный призер Олимпиады 88 года и многократный чемпион мира, но проявил себя и в других сферах. О них тоже зашел разговор, в ходе которого Джонс попросил российский паспорт. Чемпионы мира были и в среднем, и во втором среднем весе, и в полутяжелом, и в тяжелом. Наверное, в мире таких атлетов больше нет, во всяком случае, в боксе. Прошел от среднего веса до тяжелого. У вас во многих других отраслях неплохо получается. Вы и певец, музыкант, вы и актер. Но если вам Бог дал какой-то дар, пытайтесь воспользоваться им до конца. Да, у вас это получается. Надеюсь, что у вас получится и по бизнесу здесь у нас в России. Я, собственно, за этим и приехал. Я думаю, что если бы у меня был, например, российский паспорт, мне было бы гораздо легче ездить туда-обратно. Потому что здесь люди любят спорт. Поэтому я люблю это место, а люди любят меня. Ваше имя очень хорошо известно среди любителей спорта и любителей бокса в России. И если вы значительную часть своей жизни наверное, связать с деятельностью в России, то, конечно, мы будем рады и с удовольствием выполним вашу просьбу по поводу получения российского паспорта, российского гражданства. Думаю, что любители бокса в России будут этому только рады. Пожелаем вам успехов в вашей деятельности в России.